В Анапе чествовали самую активную молодежь. Сегодня в мэрии собрались полсотни талантливых студентов, школьников и волонтеров, сотрудников различных организаций. Повод торжественный – они принимали поздравления с Всероссийским днем молодежи. Как подчеркнул Василий Швец, с каждым годом в Анапе увеличивается количество инициативных и талантливых молодых специалистов, а муниципалитет старается создать комфортную среду, в которой они смогли бы реализовывать свои проекты. Только в этом году на курорте состоялась первая форсайт-сессия, хакатон, а также была запущена коворкинг-площадка для начинающих предпринимателей. Я, конечно, очень рад, что вы в таком очень активном и креативном возрасте имеете возможность уже и принимать самостоятельные решения, нести за них ответственность, творить, созидать. Ну, кто помоложе, учиться у тех, кто уже чего-то добился. Я не перестаю восхищаться нашими креативными, талантливыми ребятами, вашими достижениями, потому что очень часто мы встречаем в спорте, в науке, в культуре, в образовании, да во всех, на самом деле, отраслях и народного хозяйства, и вообще во всех сферах жизни мы встречаем Анапу, прославили вот в этом. Анапа завоевала первое место вот здесь, или призеры, или еще где-то. Собственно говоря, львиная доля всего этого – это вы. Я очень рад, что у нас, еще раз повторюсь, такая творческая, результативная, целеустремленная молодежь. Я хочу, на самом деле, сказать вам огромное спасибо, что вы у нас есть. Я хочу сказать огромное спасибо, что вы вдохнули, в том числе в муниципалитет, новые такие нотки свежести. У нас появились, кстати, победители грантовской поддержки, как государственной, так и региональной. Это благодаря вам, потому что основные вот эти победы связаны как раз с вашими работами и с вашим деятельным участием. В завершении встречи в Большом зале мэрии состоялось торжественное награждение. 50 талантливых анапчан были удостоены почетных грамот и благодарности мэра курорта и председателя Совета депутатов.